Снова сижу вечерком в каюте. Мы совершаем первый вояж в Европу из Азии. Ну, из Азии этот судно шло без меня. В Суэцком канале мы присели вместе с капитаном и электромехаником, как вы и видели. Теперь мы прошли Гибралтар, вышли в Атлантический океан, где поймали океанскую зыбь, снизили скорость, поразрезали немножко волны. Теперь подходим к Бискайскому заливу и через пару дней станем на якорь во Франции, где мы сделаем пару работ. Это хорошо. Я неделю вместе с капитаном, он у себя, я у себя, разбираем просто завал бумаг, все так валяется, а нас ждут две проверочки. Вот, как я и говорил, предыдущий пароход, который мы получали в Южной Корее, я эти все папки, бумаги сделал, когда еще даже не ступил, на, ну, естественно, я ходил на борт, но официально я еще дела не принял. Уже у меня все было готово. Тут прошло 5 месяцев, и только я сейчас их делаю. Ну, я хочу довести все до ума, чтобы потом знать, где что лежит. И, кстати, как я говорил, что стармеха и капитана оценивают не потому, что как он там командует или что он знает, и бегает там, как стармех может с ключами где-то бегать, варить, точить. Это все ерунда. Главное проходить проверки без замечаний, чем мы сейчас и займемся. Ну, это хорошо, потому что все так сразу налетело, уже мозг раскрылся, много чего знаю. Посмотрим, время покажет. Ну, будем надеяться, что все пройдет хорошо. В первом порту Ля Полис называется. Порт будет проверка Ветинг, это, скорее всего, от British Petroleum. Следующий порт Ле Хавр, в том году я был. Там будет порт State Control, портовые власти. А еще какой-то Marine Superintendent приедет с внешним аудитом. Ну, хватает. В порт лучше хоть и не заходить вообще. Может быть, получим провизию, какие-то запчасти. Так, это что такое? А, активность моя сегодняшняя. Ну, я как-то вчера не выходил на улицу, сегодня уже пошел. Накопилось у нас тут проблемок с главным двигателем. Система по... называется Bearing Wear Monitoring System по износу подшипников. Вышел один датчик, его заменили в Советском канале, но немножко не так проверили, или он... надо было серийный номер записать. В общем, он не распознался в системе. Выходил постоянно, ночью, днем. В итоге мы его офсканили. И сейчас на якоре второй механик туда полетит. Заснимем его, как он будет исследовать эти пространства. Датчик должен распознаться в системе. И все будет хорошо. Потом должны приехать, как я говорил, три движка у нас дымят. Черным дымом с самого шипьярда, так скажем, с завода, с постройки. Должны приехать три человека. Поменять форсунки, крышки дернуть, ну, у нас все приспособы есть, немножко его модифицировать. Тоже понаблюдаем, как это все будет в действии. Дальше, ну, я хотел походить же по машине, по надстройке, по мостику. Это управление грузовыми операциями, тоже сегодня там был. Много новшеств в лучшую сторону. Спуститься в помповое отделение, там тоже так же, я думаю, интересно. Ну, как интересно. Надо познавать что-то новое. И так как проверки, как я и говорил, мы сделали одну тревогу,
сегодня походили, порассказывали. Сегодня провели тревогу перед заходом во французский порт «Ля Полис». Вначале будет ветинг, потом порт стоит контроль, потом еще один придет товарищ. В общем, тренируемся и тренируемся. Что делать? Как всегда. Кстати, на прошлом пароходе был все пожары в машинном отделении и в насосном отделении тушились высокодисперсной и низкодисперсной, высокодисперсной пеной. На палубе низкодисперсной. Здесь на палубе пенотушение, в машине и в насосном отделении CO2 баллоны. Сейчас, насколько я сегодня запомнил, потому что я сам же и рассказывал, как куда бежать, как запускать. 30 баллонов на насосное отделение тушить и 191 на engine room, машинное отделение. Потом, в машине я хотел пройтись, показать все эти нововведения новомодные, на которые вот скрабры, около которого я ходил, надо, кстати, залезть наверх. Он стоит от 2 до 4 миллионов долларов. Хотя разница в цене топлива высокосернистого, низкосернистого, если посмотреть в интернете, я думаю, долларов 50 будет. Ну и что толку? Вот сейчас мы заходим во Францию. Я написал письмо, капитан отправил агенту. И он кричит там: нет, скрабер запрещен в порту. Срочно там, в общем, будем переходить. Нельзя его использовать. Открытого сброса, open loop. Поэтому будем до якоря переходить на дизельное топливо. Вот тебе все новинки, 4 миллиона долларов. Можно использовать только в океане. Потом еще две системы, но это нужно детально пройтись. Могу рассказать только про движки. Есть у нас танк, который заполняется мочевиной. И потом система, навороченная с тачскрином, с воздух, насосы. Все этот танк охлаждается водой, потом насос всасывает, подает в реактор, так называемый. Система называется Selective Catalyst Reactor. Это избранный катализатор-реактор. На каждый движок там с помощью соленоида подается воздух и мочевина. И в конце концов в выхлопной трубе понижаются, если здесь в скрабере в нашем понижались выбросы окислов серы, то с этим Selective Catalyst Reactor понижаются выбросы окислов азота. Но я посмотрел по данным шипьярда, на нагрузке 75% тестировали движки, и там было где-то NOx 113 ppm, это частей на миллион, снизились до 80, на других движках до 60. Можно сказать, понизили на 30-50%. Но это нужно использовать на дизельном топливе, и то на такой нагрузке, я не знаю. Но если заставят, я хотя бы буду знать, как она работает. На главный двигатель там еще сложнее. Я никак не могу найти конкретную инструкцию, просто все по частям. Потом уже сформулирую это, расскажу вам и покажу. И все же это очень дорогостоящее оборудование. И все дешевле, выгоднее купить низкосернистое топливо, 0,5% серы, и использовать его. Вот и все. Сегодня я прошелся по палубе, которые пытались изгаять чайки, погонял их, но они залезли на кран и сидят там.
уже улетели. Дальше посмотрим, куда пойдем. Хотелось бы снова осуществить мечту, которую никак не могу притворить в действие за 22 года, на 23 скоро пойду, сделать кругосветное путешествие. Может, в этот раз и получится. Среднее время прохождения судов по Панамскому каналу составляет 9 часов. Сейчас мы пролетим из Атлантического океана в Тихий. Вначале нас встречают три шлюза, где мы поднимаемся на высоту плюс 26 метров. С двух бортов нас ведут 6 электровозов, так называемых мулов. Дальше мы идем по направлению к озеру Гатун, где каждый вечер или каждый день идут дожди. Если бы не было такого обилия влаги, то Панамский канал бы не смог пропускать такое количество судов. На подходе к Тихому океану нас ждут еще три шлюза, где мы понижаемся на уровень Тихого океана и заходим в озеро под названием Мирафлорес. И под вечер мы постепенно выходим в Тихий океан. Хотите узнать больше о работе в море? Подписывайтесь на канал Дневник Моряка. Макс, ну рассказывай, что мы будем сегодня запускать. Кстати, ты единственный человек, который тут был, и все знаешь как. А мы такие ребята, туристы. Будем запускать Main Engine Gas Recirculating System, тестировать ее в первый раз. Система предназначена для очищения выхлопа в окружающую среду путем подачи воды вместе с химией в газовую часть. Используется она у нас в данный момент только когда мы перейдем на дизельное топливо в секозоне. При нагрузке двигателя свыше 80-70%. Будем стараться этого не допускать, чтобы ее не использовать. Да, попробуем. Надо знать. Ну, покажи, где там эти мониторчики у нас. Вот у нас. Да, это мой главный двигатель. Да. Система полностью автономная, работает в автоматическом режиме. То есть вода там закрытого контура, и при загрязнении воды вода автоматически дренируется в дрейн-танк, а из этого дрейн-танка уже своим сепаратором центробежным откатывается за борт через 15 ppm. Ну, пока что это теория, скоро будем все тестировать, да, посмотрим. Прошлись с Максом по этой системе, ну, конечно, разобрались, не все оказалось так страшно, потому что ходишь вокруг нее, не знаешь, как она работает. А здесь оказалось, что мы не заходим в порт французский Ле-Палис, потом следующий Ле-Хавр, а идем в Англию выгружаться. Видимо, по ходу у нас наш груз перепродали, газолин, и англичанам нечем заправлять свои машины. Но это еще полбеды. Мы заходим завтра в секозону. Тут вышел из отпуска этот суперинтендант сингапурский. Сегодня с утра понеслось куча писем, так как там разница во времени, не знаю, где-то плюс 9 часов, они раньше встают. Я пока все поотвечал, и говорит: ребята, готовьтесь запускать две системы, вот которую как раз мы сегодня изучали. Вторую я хорошо хоть пару дней назад посмотрел по движкам. Туда еще нужна химия, как я уже говорил. В движке это мочевина, а сюда гидроксид натрия. Конечно, это ужас. Просто какая-то химическая лаборатория. Мочевины у нас 4500 литров. А натрий OH сколько там, 2700 литров. И говорит, хватит ли вам химии на то, чтобы зайти в зону? Я думаю, так надо, ну как всегда, как студент, знаете, в самый последний момент. Бегом нашел инструкцию, давай усиленно читать, ну прошелся с самого начала до конца. Так же, как мы с Максом прошли, все так же и расписано. Но дело в том, что меня интересовал больше всего вопрос по поводу серы. А так как экипаж принимал судно в Южной Корее, а на ходовых испытаниях были греки, то старший механик грек ему рассказывал, что не волнуйся, эти системы запускаются, когда главный двигатель и движки работают на процентном содержании серы 0,1%. Но я как бы расслабился, потому что мы сейчас идем на тяжелом топливе с содержанием серы 2,17.
Ну, во-первых, я спросил суперинтенданта, можно ли использовать скраббер, потому что он дымит, и понятно, он стоит 4 миллиона долларов там, или 3. Но в портах он запрещен, потому что послал агенту французскому, тот: нет, нет, все, переходите на дизельное топливо, ни в какую. Ну, понятно. Потом все к озону заходить, еще раз спросил, да, можете заходить. Ну, ладно, там есть такая кнопка, 0,5% серы, 0,1% серы. Включим завтра, нормально. Так нет же, надо запускать эту систему еще. Давай выяснять, ну, думал, как бы сейчас отпишусь, скажу, что у нас именно называется Exhaust Gas Recirculation System. Это рециркуляция выхлопных газов. Там получается 40% газов идут через компрессор, охлаждается, туда подается, впрыскивается гидроксид натрия. Ну, получается, щелочь нейтрализует серную кислоту, сажу, так скажем. И все. Потом эта вода сепарируется, что-то идет в дренаж, что-то идет в сладж-танк. Потом это надо откатывать за борт 15 ppm, либо сдавать на берег, потом никто не будет брать. Хорошо, хоть в движках все вылетает в трубу, и ладно. И вот завтра мы с этим столкнемся. И я, к своему удивлению, ну, где-то на 90% пришел к выводу, что у нас, оказывается, он может работать и на тяжелом топливе. Там специальный экран. Ну, посмотрим. Если завтра нажмем кнопку, есть двигатели Tier 2, это которые выброс, ну, с помощью топливной аппаратуры снижают выбросы окислов азота в атмосферу, то у нас Tier 3. Это мало того, что топливная аппаратура уже модифицирована, так еще эта система стоит. Получается, 40% газов охлаждается, и не то, что идут в атмосферу, они по кругу закручиваются и идут снова на наддув, подпоршневые, и снова сгорают, и так по кругу. Ну, какая-то часть вылетает на турбину, турбина раскручивается, всасывает воздух, и все так зациклено. Но в то же время, я же говорю, химия, вода, там бафер, танк, еще, ну, в общем, столько, конечно, это все теория, завтра будем запускать. Буквально недавно, когда наши суда работали на высокосернистом тяжелом топливе, они очень сильно загрязняли атмосферу. В настоящее время им на помощь пришел скраббер или газоочиститель. Можно сказать, газы очищаются с помощью душа, который рассеивается в нем. На выходе мы получаем газы, но они выглядят даже как пар. Вроде бы все замечательно, все контролируется приборами, но вопрос только в воде, которая сбрасывается за борт. В специальных районах мы начинаем очищать газы от окислов азота. Для этого нам помогает мочевина, которая с помощью воздуха впрыскивается в реактор и очищает газы, которые выходят наружу. С газами в главном двигателе пошли еще дальше. Придумали систему рециркуляции выхлопных газов. 40% их проходит очистку пресной водой, также такой же душ, как и в скраббере, и возвращается обратно в наддув. На выходе вы видите, что получается. Просто чистый воздух. Если хотите узнать больше о работе и жизни моря, подписывайтесь на канал «Дневник моряка». Посмотрим. Но если вдруг нажмем кнопку, и она не сработает, значит, тогда у нас система предназначена для низкосернистого топлива. Если сработает, то значит, будем ее использовать. Да, конечно. Ну, там будет СТС, это судно к судну. Выгрузимся. И дальше никто не знает. Может быть, в Англии снова погрузимся. Может быть, пойдем в Роттердам. Естественно, снабжение все отпадает. И еда, и запчасти, и эти всякие механики, которые должны движки делать. Ну, хорошо, хоть супер вышел из отпуска, который меня сюда рекомендовал. Он энергичный, все там, давайте, ребята, заказывайте. Все будет хорошо. Поэтому завтра, конечно... Ну, мозг у меня раскрылся хорошо, потому что я сюда приехал, 2 дня у меня аж голова болела, но не привык думать дома. А тут какие-то новые системы, в принципе, мне нравятся. От этого никуда не денешься. Но мы думаем, что это промежуточный этап. Все эти скрабберы, какие-то газ рециркулейшн, потом на движки там селектив каталист, реактор какой-то и с мочевиной. Думаем, что в будущем все перейдут на газ. Natural gas, природный, и тоже будем изучать новые системы. Вот так. Ну что ж, ребята, давайте, подписывайтесь на канал.
познаваете что-то новенькое вместе со мной. Я буду продолжать снимать. Ставим лайки. Всем пока.